Ну, вот немного о нашем издательстве. С 1982 года, когда мы его начали, по сегодняшний день мы выпустили 117 книги 117 авторов, общим тиражом более 15 миллионов экземпляров. И все, как ни странно это звучит для некоторых современных христиан, и все бесплатно раздали на территории бывшего Советского Союза. Ну, если это вот вкратце рассказать. А я помню, что когда мы еще во времена Советского Союза, когда запрещено было провозить христианские книги, Библии, Новые Заветы, я помню, как пограничники советские сверлили автобусы наши, которые шли из Германии, проверить, или мы не спрятали, значит, внутри машин, значит, между стенками, не спрятана ли духовная литература. Если на сверло наматывалась бумага, все арестовывали, знали там Библия или христианская литература. А тут уже, значит, стало открыто. А вот только после этого, только еще давали сроки за нелегальный, как называли, провоз христианской литературы. Сроки давали 3 года, 4 года, а тут идет христианская программа возвращения к Богу. Вот такое время было странное, историческое и знаменательное. Удивительное время было, действительно. Кажется, это совсем недавно была уже история. Уже история. Да. И книги ваши, конечно, да, это для моего поколения они сыграли огромную роль в возрастании духовном. Я думаю, не только мое поколение, я думаю, еще многие поколения будут, читая, расти духовно. Я помню, один журналист сказал, что это были наши первые христианские университеты. Да. А это издательство до сих пор существует? До сих пор существует, только мы уже издаем под новым названием, под названием «Духовная дипломатия» или «Международный христианский мост». А книги вот такого же уровня, такого же содержания мы продолжаем издавать, потому что мы считаем, как я уже говорил, что плохо изданная книга, неграмотная, самоуверенностью, она такой же грех, как все остальное. Потому что если... Небрежность, да? Это не небрежность, это гордыня внутренняя. А что я сделаю так, все равно, значит, кто-то прочитает. Но мы, это происходит тогда, когда мы думаем, а, человек стерпит. Человек может стерпеть, Бог это осудит, Бог не стерпит. Поэтому, значит, многие книги безумно примитивные, безграмотные, они ушли в сторону, никто о них никогда не вспомнит. Я недавно, ну не недавно, пару лет тому назад увидел книгу, издал один наш проповедник, довольно вроде бы известный, назвал «Отцы и дети». Ну, Господи, думаю, «Отцы и дети». Тургенев бы в гробу перевернулся, потому что эта его книга была там, я насчитал, где-то 900 ошибок. Это быстро читать. И вообще примитивное на уровне. Я думаю, ну, может, он скоро напишет «Войну и мир», и тоже, значит, тогда и Толстой будет переворачиваться. Но интересные были, значит, моменты в жизни. Главное, мы понимали, литература, которую издаем мы, она должна соответствовать тому, о котором мы пишем в конечном итоге. То есть она должна хоть каким-то образом соответствовать уровню Бога. Да, Михаил, ваши книги «Духовная дипломатия» — такой калейдоскоп интересных встреч с очень интересными людьми. Я хотела, чтобы вы немножечко рассказали об этих встречах нашим зрителям, потому что не все, наверное, имели возможность прочитать эту книгу. Ну, многие, вот мать Тереза, которой мне посчастливилось общаться всего 50 секунд примерно, жена нашего президента, бывшего Клинтона, она Хиллари Клинтон, она, то есть нас связывают такие некоторые, ну, дружеские отношения, можно сказать. И она по моей просьбе познакомила меня в Вашингтоне с матерью Терезой, которая приехала, значит, на такой форум христианский в Америку.
И она была маленькая, я помню, в сношенных туфлях, в старом платье. Она, когда вышла на трибуну, ее не видно было. Ей быстро подбегали там люди, которые там были, подкладывали фолианты там каких-то толстых книг, чтобы ее видно было. И она кричала, я помню, не делайте аборты. Если вы не хотите детей, рожайте их, отдайте мне их. Мне Бог даст на них и деньги, и все, что нужно, чтобы они стали счастливыми людьми. И, ну вот, 50 секунд потом я, когда с ней общался, она мне сказала одну вещь. Я тебя благословляю, вот, ты будешь служить ему, показала наверх. И когда ты будешь падать, если будет тяжело на этом пути, и ты будешь падать, никогда не жди, что тебе подадут руку. Поднимайся сам, ибо в это время Господь смотрит на тебя. Вот. И это было для меня важно, ее благословение. Но еще очень интересно для меня было, интересны были для меня несколько встреч с Рейганом. Рональд Рейган, я его считаю одним из лучших американских президентов, умница, человек, понимающий юмор, и верующий человек. То есть он президент, он не мог это декларировать свою веру, как, допустим, пастор, проповедник, но он жил с этой верой. И я знаю, что очень многие вещи, который он совершал как бы внутренне, перед этим советуясь с Богом, слышал Бога он своей душой. И помню, была такая встреча, когда организовали, мы тоже участвовали в этом, духовная дипломатия, христианский мост, мы организовали встречу с людьми из России, Советского Союза. Там были представители, все были, кто сидел в тюрьмах. Был представитель православной церкви, он сидел в тюрьме. Был представитель еврейских диссидентов, тоже сидел в тюрьме. И был, значит, евангельский пастор, который тоже сидел в тюрьме. И когда я представил его, он сказал, Рейган, что я много людей видел в этом овальном кабинете, но первый раз я сталкиваюсь с человеком, который сидел 14 лет в тюрьме только за то, что он пастор церкви. Он говорит, и даже многие мои соотечественники, наверное, не поймут, слишком это сложно понять, потому что на вопрос, а за что, ответить нечего. Вот. И я, да, я ему сказал, нашел в себе силы, сказал, что господин президент, что в этой стране часто платят за веру не десятину, а часто платят за веру своей жизнью. Вот. И потом, значит, он рассказал нам интересную, ему понравилось то, что мы рассказывали, и он рассказал свою историю. Он сказал, когда я был молодым, и у меня ничего не получалось в жизни, ему было лет 17, по-моему, а его мать была очень верующая женщина. Он говорит, и я, значит, учился в колледже, вечером работал, и еще мне девочка одна нравилась. И вот кончилось тем, что в колледже у меня были ужасные оценки, меня хотели отчислить, работу part-time временную я потерял, и девочка в конце концов меня бросила. И я пришел к маме и говорю, вот мама, ничего у меня не получается. Она говорит, а ты молись. Он говорит, так я молюсь, но видимо, Бог меня не слышит, потому что я слишком маленький для него, мама. А она ему сказала, слушай, Ронни, ты никогда не будешь большим для президента, для Бога. Ты никогда не будешь, не станешь слишком большим для Бога, даже если ты будешь президент Америки. Вот как бы символика. Но ты никогда не будешь слишком маленьким, чтобы из-за этого он тебя не слышал. Ни один человек не может быть слишком маленьким, чтобы Бог его не слышал, если он обращается к Богу согласно вот указаниям Бога, прости всех других людей.